Приветствую всех собирателей колокольчиков для маленькой Цицы и рокерши Синьянь, а также любителей приготовить парочку деликатесов кулинарии. В этом видео я собрала места, которые легко доступны для сбора и не требуют забираться на высокие и неудобные скалы ради одного цветочка. Поэтому этот гайд сэкономит вам порядком времени и принесет 78 колокольчиков, включая двух торговцев. Если у вас не полностью прокачана шкала выносливости, то в помощь для альпинизма берите с собой медовое мясо с морковкой либо требуху. Они оба имеют одинаковый бонус. Также всегда может пригодиться лапша гор или копченый цыпленок, которые не дадут вам упасть на стены в неподходящий момент. Уточню, что метки на карте не соответствуют количеству цветов, а не только для ориентира. И приятного вам! Просмотра.
想要去飞行，我就让全世界的风吹向你。